Здравствуйте, дорогие друзья. Очередной вопрос от нашего форумчанина. Полгода назад мне сделали операцию по удалению комбинированного геморроя. Теперь снова появился шарик размером с горошину. Вызывает боли. Новый геморрой, и что, опять нужна операция? Вот подобного рода вопросов очень много. Вот такие вопросы бывают связаны с ситуацией, когда человека прооперировали, проходит какой-то период, возникает шарик. Или наоборот, на фоне полного здоровья, это могут быть молодые люди, ведущие активный образ жизни, занимающиеся спортом, появляется вдруг по разным причинам вот такой шарик, Все, люди считают, что у них геморрой, они идут в интернет, они находят очень много негативных отзывов о том, какая это болезнь, как она протекает, человек чуть ли не уходит в депрессию, вот мне там типа 18-20 лет, и у меня уже геморрой, да как я буду жить, что мне делать? Вот на самом деле и этому нашему форумчанину, и всем остальным я хотел бы сказать следующее. Появление шарика или там с горошину, или с просовидное зерно, или даже, может быть, и слива, такое тоже иногда бывает, это совсем не означает появление геморроя как такового. Очень часто бывает ситуация какая? Запор, сильное, мощное потуживание, напряжение, когда резко поднимается давление в органах малого таза. Или, допустим, какая-то спортивная нагрузка, взрывная нагрузка, и лопается махонький сосудик на попе, там сосуды очень такие, ну, слабенькие, и надувается шарик, просто надувается шарик. Так как это может случиться, скажем, у штангиста, когда он поднимает штангу, у него вот внутри, в мышце, разрывает, лопается сосудик, шарик, больно поначалу, потихонечку боль проходит, то же самое здесь. Это еще не есть геморрой, это просто... И состояние называется флеботромбозом, когда даже и наружных узлов не бывает. Вот, допустим, как у нашего пациента, его оперировали по поводу геморроя и, скорее всего, удалили не только внутренние, но и наружные узлы. Потому как геморроя как такового нет, но шарик появился. Поэтому здесь впадать в панику не надо. Эта ситуация временная, она пройдет. Лечение... Ну, это обычно, это нужно пролечиться, значит, лучше, конечно, под контролем врача. Шарик пройдет примерно за 2 недели, и не факт, что он вообще в течение жизни более появится. Еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация с появлением припухлости шариков на промежности совсем не означает появление геморроя как такового или нового геморроя, если человек ранее был оперирован. Не паниковать, идти к врачу. Доктор смотрит не только на шарик, но и на внутренние узлы. Как правило, внутренних узлов практически не бывает или они очень небольшие. И это не есть геморрой как таковой. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам сказать. Обращайтесь, пишите, я отвечаю на вопросы. Всем здоровья, всего доброго, до свидания.